Макару Новикову сейчас 17. На лед молодой человек впервые вышел в 5 лет. Игрок команды юниоров из Одинцова рассказывает, в хоккей его привели родители. У него самого интерес появился позже. Сейчас Макар планирует связать со спортом карьеру. Для этого выкладывается на 100%. Приходится переходить через боль, через пот. Все проходит через пот только. Конечно, хочется сейчас попасть в МХЛ в следующем году, а там уже дальше как пойдет, КХЛ или НХЛ. Ради мечты и карьеры юноша выходит на лед 6 раз в неделю. Свободное время остается только иногда, по воскресеньям. Утром просыпаюсь часов в 7 утра, школа до обеда, часов до 2, до 3. Потом тренировка в 5 и приезжаю домой в 9, уже ложусь спать. Еженедельно проходят 4 тренировки и 2 матча. Выкладываются на полную и другие участники команды. Сейчас главное выиграть, занять самые высокие места в группе. И на Россию поехать. Мечты об НХЛ практически у каждого хоккеиста. И они вполне реальны. Тренер команды Сергей Клементьев говорит, уровень игры у ребят хороший, к взрослому спорту они готовы. Наша юниорская команда, она вообще является такой стартовой площадкой для ребят, молодых выпускников нашей школы. Многие вот из предыдущих выпусков, которые проходили через юниорскую команду, они участвуют в чемпионате молодежной хоккейной лиги, они достаточно там многие на ведущих ролях, поэтому это хороший плацдарм для того, чтобы проявить себя. Сейчас команда участвует сразу в 2 турнирах – первенстве Москвы и Подмосковья. Играть по 2 матча в неделю придется до конца февраля. Среди задач – выход в плей-офф столицы и попадание в тройку лучших по области. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».